Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Привет всем. Ой, кто снова пришел? Опять Лиза? Угу. Смотрите на него. Может, мне лучше кошку показывать? Тут как-то тмелее. Ну, смотрите, какую. Ой, Лида, иди взад. Ну, это же кошка, она моя. Ну, типа, кошка, собака. Какой пусик. У тебя круче кошка. Да это не моя кошка. Кот. Да не, нормальный такой. Правда, дебил. Не моя. Что, ну да. Это огурь. Такой безъяичный кот, черт, я не могу. Я просто не могу обойти это. Бультерьер? Ну, бультерьер. Классно. Породу гадает. Нет. Да, бультерьер это собака, видишь. Я знаю. Ну, вот. Что-то все ушли, все пришли, все ушли. Никому не интересно, киса. Нет. Блин. Вот, нет, что-то не ништяк. Ну, что за фигня-то опять? Что, и тут не прёт, что ли? Блин, ну нифига не... Может, они мятный сироп продают? Что? Без понятия, я откуда знаю. Я бы себе купил. Да, смотри, классный сироп, кстати. Никогда не пробовал. Нет. Ну, вот такой зелёный, короче. Привет. Не везет мне сегодня, ну да, я тоже так считаю. Вообще не везет. То, блин, 30 человек собираются каким-то чудным образом. Давай, чё? В Аршане сотку стоит. Надо купить. Плечики красивые, серьезно. Блин, ну спасибо. Я еще такого комплимента не слышала. Как вам обои? Зацените. Да, теперь слышала. Точно. Теперь, если меня спросят, какой у меня был самый необычный комплимент. Хотя нет, самый необычный — это самый стрёмный и странный, и вообще хреновый комплимент был. У тебя глаза цвета... Ну, это даже не комплимент, ну, вы поняли, цвета чего, короче. Я такая, типа, ну ё, ну классно, спасибо, конечно. Вот. Какой у вас был самый странный комплимент? Нет, ну как бы я не питалась, да, не... все о еде мысли. Как бы я не пыталась расшевелить зрителей больших. Ну да, тоже неплохо. У тебя большие зубы, это тоже мощно. Да уж. Не было у тебя большие ноги. Ну это ты парень-то, тебе пофиг. От парня. О, фу. У тебя большие ноздри, блин. Да уж. Ну чего мне сегодня так не везет-то? Еще было у тебя упругая задница. Этот Андрея был. Он-то откуда знает? Че? Он-то откуда знает? Он на взгляд. Фу, от парня парень получает комплимент по поводу упругой задницы. Это что-то вообще не норм, наверное. Я так подозреваю. Так себе как-то.
Привет, Камачо. Чё? Ладно, не суть. Значит, ей скучно, у нее тухляк. В зал ходишь? Не, не хожу. Понятно. Что? Я говорю, тухляк и кислый. Да. Классно. А что, не тухляк разве? Нет. Да что ты говоришь? А что, как ты это назовешь? Ой, меня отметили на какой-то фотке, нифига себе. Что так? Почему не хожу в зал? Нет. Потому что нет времени. Нет. И денег, и времени, вообще ничего нет. Работе надо идти, а времени нет. Ну, я хожу на тренировки по черлидингу, мне этого достаточно. Ну, как бы сейчас не хожу, потому что сейчас у нас, типа, отдых. Это вечный проект. Ходишь, ну, поздравляю тебя. Молодец. Молодец. Возьми с полки пирожок. Блин, почему у меня только... А, вот они, смотри, да, их куча. Можно, да. Вы знали, что куча есть маликов? Короче, студента си, что-то еще, ну си. Да, да, да. Я узнал только после того, как отправил. Класс. Мы с тобой фиг. Халява учоси, студента си, халява приди, не спать и зачоси. Мне не спать и прислали. Я пришлю, тоже не спать. Кому? Или учоси. Или не спать. Насте. Я тебя спрашиваю. Что? Мы фильм смотреть будем? Мы фильм смотрим. Не у них спрашиваю. Да, давай посмотрим фильм, который хотел вчера посмотреть. «Звездная карта» называется. Я смотрел его, по-моему. Ну, погуглим. Чего? Погуглим. Погуглил. Парень. И сейчас такой единственный зритель ходит. Да? Нет. А все, я не могу больше подарков отправлять. Ну да. Вы знаете, то самое чувство, когда ты отправляешь людям бесплатный подарок, а они себе шиш. И фиг. И вообще ничего. И типа, ха-ха-ха-ха, вот это не отправить. Зачем? Никуда не делась, я так всегда отправляю себе бесплатные подарки в ответ. Ну, какой сюжет? Я так и назвала, в принципе, трансляцию. Какой спокойной ночи. Что? Сюжет. Что? Делаю, сижу ВКонтакте, да-да-да, и вот пытаюсь тут вести диалог, что-то типа того. Хочу сейчас начать ты скачивать премьер. Что? Ты сейчас еще трансляцию говоришь? Не знаю, как ты будешь себя вести? Как я буду себя вести, я уже фильм заряжаю. Угу, умничка. Я тебя спрашиваю. Не знаю. Ну и сиди в своей трансляции. Так все, сейчас я уже... О, сейчас... Сейчас поставлю на скачку, короче. Премьер надо найти. Нормальный. Текс. Блин, я смотрела на этом сайте уже. Adobe Premiere Elements. Pinnacle Studio, Sony Vegas. Ну шо, ребят? Блин, зачем я говорю шо? Мне это бесит. Есть что-то приколка просто. Короче, будем сейчас качать премьер. Pinnacle есть, Sony Vegas, премьера пока не вижу.
Adobe... О, Adobe Premiere, видеоредактор. Так. И как тут качать это дело? Сейчас попробуем. Adobe Premiere 2014 года. Ну, нормально. Мне бы хоть какой. Так. В общем, давайте помолимся. Не знаю, хотя смысл. Что ж, попробуем. Торрент файл скачать. Всем привет. Ой. Я тут пытаюсь скачать премьер себе, чтобы в Сочи монтировать видосы в премьере, чтобы вообще монтировать видосы в премьере. Привет. О, каникулы Мексики. Я любила каникулы в Мексике. Это моя маленькая тайна. Сумел, встал рукой, короче. Ну, ты заканчиваешь? Да, все, я заканчиваю. Все, пока-пока.